будем. Они щепки падают. Они ползают. Да. А с листьев они соскальзывают. Ничего, она, смотри, одну выпустила. Они там обгрызли, не бросили. Нет, это густится. Да, да. Надо за мясом ехать, такое мясо шикарное. А у нас мясо вон. У нас мясо вон ползает. У нас деликатесы ползают. Чего, во Франции это бешеные деньги стоит, наверное. Ну убери, там продаж. Такой бизнес будет. Мы тебе на это докидали. Слушай, ты фиксируешь, как она ползет, да? Ну. Молодец. Громадная здесь улитка. Да вообще обалденно. А третья это где? А третья уже уползла. А вон сзади она. А сзади? А их тут много, там внизу на полках. Это они на дочь выползли. Это они передвигаются. Ла, выпускает эти рожки свои. Ла, расправляет. Уже слухи понабирали, там я вот отошел на это, много. Еще музыку подберу, прикольно. И видео сделаю вообще. Да, вообще втянулся, как здорово. Это как шлейф такой липкий, да? Смотри, 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 заползает в этот. В другую сторону надо ехать. Ой. Мы это теперь снимать, как она расправляется. Скоро меня оторвали, переставили. Сейчас смотри, это будет. Там вот что-то, да? Опа.